плохо, что здесь один скайбокс здоровый. Ну видишь, как здесь видит, не то что с нами. 34. Будь здоров. Но у меня свой. Потому что я, говорю, затупил. Будем жесткое расписание делать, сука, пускай робот жопой сидит. Блять, интервал не вижу. Пиши 40 отправления, слышишь? 43-40. Сейчас скажу, сколько там секунд не вижу. Да, 43-40. Блять, так и знал, твою ёбаную мать. Ебучая стрелка, чтоб тебя в жопу ебали, тварь. Восстановил? Всё, давай, погнали. Сбросим тогда секунд 20 там. Больше, секунд 30. Сейчас посмотрим по времени примерно. Значит, что ты здесь кататься будешь, ты на всякий случай запиши. Интервал здешний? Нет, ну сколько вообще там по времени у тебя примерно этот перегон был? Да чё, мне не нравится. Вроде нормально, но не уверен. Ёпты! Я вот ненавижу, ну не нравится мне вот этот мост, после него сразу тоннели ниоткуда не появляются. Ну смотри, ну что это? Какое время-то? 45-20. Угу. Помощь... А отправление отлично. Сейчас тогда бессмысленно здесь писать. Здесь просто запишу сейчас время нахождения на перегоне и все. Короче, в 46 отправились. Но если 46, то получается в 40 тогда отсюда отправление. Ну ёб твою мать! В 45-20 мы сюда прибыли, в 46 отправились? Да, пиши в 45-40 отправление отсюда. Ага. Mm-hmm.
обратную сторону показать. Я знаю. И мы туда. Короче, прибыли сюда в 47.50, считай. Ну давай 50. Да, 50. Минус 20 секунд. Слышь? В смысле? Ну мы же там сходили. Ну. Прибыли, сейчас мы сюда в 47.50, так что минус 20 секунд, это получается 47.30 здесь. Понял? Так. Ага. Прибытие на автозаводской 47.30. Потом, если что, вот график подгоним. Сейчас просто немножко не очень хорошо получилось. На индустриальную мы, получается, 45-40 приехали. Короче, да? Мы сюда отправились в 18.30 с Минской, а сюда приехали в 47.30. Это получается, сколько по времени мы перлись сюда? С Минской мы отправились, в 20.30. Ой, 18.30. Сюда приехали 47.30. Сейчас. Это получается 39 минут где-то ехали. Сейчас. 47 минус 18. 29 минут. Что-то как-то быстро, блядь. Ну ладно. Ну это еще выезд из депо. Так что мы уже от Минска отталкивались. 34 минуты. Здесь меняем кабину, так и я нихуя не вижу, блядь. Мне придется с фонариком. Ась? Да давай я все закрою, мне здесь светло. Подожди, блядь. Ебать. Так. Освещение салона выключи. Я выключил освещение салона? Нет. Да. Освещение кабины. Так. Я ебал, либо бабу, нихуя не видно. Так, вытаскивай реверсивку. Так, РС выключил. Да, я выключил. Разобщительно закрыт, все. Так, сейчас храню видюшку. А, ты все записывал, что ли? Немножко. Давай тогда кабину переднюю приведу.